Министр обороны Греции по приглашению своего армянского коллеги находится в Ереване с официальным визитом. Несколько дней назад премьер-министр Пашинян находился в Афинах, а в конце прошлого года две страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Баку продолжает требовать от Еревана карты минных полей. Азербайджан обращается к международному сообществу с просьбой оказать давление на Армению. В Баку утверждают, что точность карт, предоставленных Ереваном, составляет всего 25%. А в Ереване отвечают, что карт лучшего качества нет. В Степанакерте азербайджанцы сносят здание Национального собрания Арцаха на площади Возрождения. Несколько дней назад лица, занимающиеся мониторингом культурного наследия Арцаха, сообщили, что в Степанакерте демонтирован памятник Шарлю Азнавуру. Верхняя часть комплекса «Каскад» возвращена Еревану. Мэр Авиньян обещает ереванцам завершить строительство верхней части одной из главных достопримечательностей столицы.